Смотря на этот гарнизон, сложно представить, что всего лишь 30 лет назад МВД Барнаула насчитывало менее 150 человек. Кстати, многие из старожилов и сегодня присутствуют на трибунах. Воспоминания, знаете, когда служишь, совсем другое, в заботах все, и некогда осмысливать, потому что все решаешь задачи. А уже на пенсии, вы знаете, осознаешь, и в душе тоскливо, это все родное. Самые лучшие молодые годы были отданы службе органам внутренних дел. Теперь в заботах уже другое поколение, дел, как и сотрудников, прибавилось. Сейчас в барнаульском МВД почти 3000 человек. Сохраняя связь и преемственность поколений, личный состав барнаульской полиции и впредь будет приумножать славу органов внутренних дел. С праздником, уважаемые коллеги и дорогие ветераны! Особые слова благодарности хочу сказать нашим ветеранам. Многие сегодня находятся в строю, передают свой бесценный опыт молодому поколению. Дорогие друзья, примите искренние слова благодарности за вашу достойную службу. В честь праздника перед зрителями выступил почетный караул Барнаульского юридического института. Подхватили эстафету парадные расчеты разных подразделений, от патрульно-постовой службы и инспекции дорожного движения до простых школьников. С последними, кстати, было сложнее всего. Небольшое волнение всегда перед тем, чтобы пойти в ногу, не сбиться, чтобы у тебя все стояли в коробке, не падали, никто в обморок, всегда надо контролировать это. А бывали прецеденты? Бывали. А закончили праздник парадом техники. Советские догонялки «Урал», «Москвич» и ВАЗ-2101 можно увидеть скорее в музее. Спустя полвека на смену им пришла уже новая техника. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.